Всем привет! Рада всех видеть. Всем привет из солнечной Испании. Я, вон, видите, в таком пляжном внешнем виде. Всех рада видеть. И, как и обещала, сегодня готовим с Катей Янг. Ходила сегодня в магазин. Еще, может быть, завтра выйду в прямой эфир на завтрак. Мы будем готовить на завтрак смузи-бол. А сегодня будем готовить паштет. На самом деле, вот это блюдо готовить очень-очень-очень просто. Главное, чтобы были хорошие, вкусные, качественные продукты. Кое-какие-нибудь фишечки я, конечно, вам из своих секретов расскажу. Сегодня я этих фишек не нашла, но я вам расскажу, их несложно добавить. Опять Испания, опять диджей мой папа, а оператор моя мама. Все по-прежнему. Сейчас я телефон маме отдам. Вот, и я начну вам показывать продукты. В общем, настраивайтесь. Папа, мама, мы отдыхаем с семьей. И папа рядом, и мама рядом. Вам привет, родители. Вот. Они улыбаются, смеются, передают вам тоже привет. Итак, отдаю телефон маме. Итак, что мы будем готовить? Я уже немножечко подготовилась. У нас будет луковица, я всегда готовлю на глаз, вот, поэтому пропорции особо не будет. Вот такая испанская морковка, которую я уже трижды чищу, но она вот почему-то темнеет, поэтому сейчас ее быстренько-быстренько начнем использовать. Вот, три дольки взяла чеснока, заодно хочу показать Джейми Оливеровский, мам, давай вот прям на досочку наведи, как почистить легко чеснок. Не вот этим... Хотела неприлично сказать. Ну, в общем, берем и нажимаем. Ну да, вот. Я взяла не самый удачный нож. Надо поширше нож взять. Вот такой. И тогда будет удобно. Вот таким образом мы давим чесночины. Что-то я какой-то сегодня плохой, Джейми Оливер. Сил, что ли, не хватает? Или какой-то мощный испанский чеснок? В общем, возможно, я почищу его старым способом. А, нет, вот получается. В общем, вот таким образом надо надавить, и потом, по идее, шкурка должна легко счиститься. Сейчас посмотрим, права я или нет. Или Джейми Оливер нас обманул. Раньше получалось. Вот. Судя по всему, я облажалась. Ну, ладно. Вы меня этого простите. Так. А, нет, вот немножко вот здесь в целом неплохо счистилась шкурочка. Не-не, вот нормально все очищается. Лайфхак сработал. Фух, слава богу. Вот, а то я думаю, я же перфекционистка. Я же люблю, чтобы с первого раза все получалось. И тут в прямом эфире. Так, чеснок лишнее мы с него срежем. Готово. Это я потом беру в мусорку. Вот, морковь. Нарежем крупно, вот таким произвольными кусками, потому что мы это все будем тушить в сковородке. Вот я вот сейчас думаю, чем я вас буду развлекать, пока это будет все тушиться. Ну, что-нибудь придумаю, может быть, мама позачитывает вопросы, воспользуемся случаем. Показываем, направишь на доску, покажу, как режу обычно лук. Мне вот так вот нравится резать. В общем, это у нас вот такая заготовка. Вот у нас еще одна заготовка, печень. Но мы ее добавим в сковородку попозже. Сливочное масло. У нас сегодня будет на кокосовых сливках паштет. Соль. Про фишки, что можно добавить еще, расскажу. Значит, смотрите, каким образом мы будем... Пойдем сюда. Вот в такой большой сковороде мы начнем тушить наши составляющие. Так, возьмем. Теперь обратите внимание, каким образом я буду... Паштет должен быть максимально нежным и жирным. Чем жирнее, на мой взгляд, тем он нежнее и вкуснее. Поэтому, не стесняясь, мы добавляем оливковое масло. Прям вот так вот, хорошо, не стесняясь, добавляем. А дальше мы сделаем следующее. Не знаю, пользовались ли вы таким лайфхаком или нет, но в
мне нравится делать это паштет, этот рецепт следующим образом. Я беру часть сливочного масла. Сливочное масло должно быть более 82% жирности. И добавляем прям в оливковое масло. Чуть-чуть поменьше, я думаю, надо сделать температуру. И, пожалуйста, выжать. И вот так вот прямо в оливковом масле мы это сливочное растапливаем. Нарастает, и мы отправим куда-то шлицу, лук, чеснок и морковь минут на 7. Вот таким образом красиво это все так выглядит, да, нам? Вот так вот мы растаем, растопим. Чеснок туда же? Чеснок туда же, да. И вот все это сейчас поставим время. Где-то, я думаю, минут 7 для начала. Уже чуть больше температуры, думаю, сделать. Мы будем это... Пока это все тушится. Вот так вот. Вот так интересно, прямо для жарки печень подготовлена. Ее даже чистить не надо. На всякий случай все равно промоем. Тут нам надо взять просто пожарить ее. Жирно кусочками нарезано, классно. Печень. На самом деле уникальный продукт по содержанию гемового железа. Если у вас анемия, печень обязательно должна быть включена в ваш рацион. Максимально усваиваемое гемовое железо. Вот. А вообще субпродукты относятся... Давайте ее немножко порежем, чтобы было удобнее потом в блендер складывать. Провалы у меня сегодня игры престолов такие, да? Провалились. Я быстро справилась. Возьму миску. Сложим. И она будет ждать свою очередь. Так вот, я начала говорить про субпродукты. Субпродукты. Это такая прекрасная часть рациона, почему есть понятие так называемое nutrient density. Nutrient density – пищевая плотность продукта. Что это означает? Это сколько приходится микроэлементов, витаминов, макронутриентов на одну килокалорию продукта. И чем больше этого количества, то есть больше вот этих, тем более считается насыщенный по своему полезному составу продукт. Так вот, субпродукты одни из самых таких насыщенных. Их обязательно нужно включать в рацион. И вообще цельные продукты, все цельные продукты, это всегда очень насыщенные по вот этому показателю nutrient density продукты. Всегда, когда вы выбираете продукты в свой рацион, когда вы идете в магазин, лучше покупать не полуфабрикаты, лучше всегда покупать что-то цельное. Готовить, даже если это полуфабрикат, самостоятельно. То есть вы не фарш покупаете, потому что вы никогда не предположите, что дополнительного производитель положил. Ну вот здесь, знаете, как вот очень удобно, мне нравится здесь в магазинах, ты идешь, берешь, выбираешь куски мяса, и тебе прямо в режиме реального времени делают фарш. Прям прокручивают. Мне это очень нравится. Вот так вот. Морковку мы должны
ориентируемся на морковь, она должна стать мягкая. Вот так вот медленно помешивая, тушим. Запах потрясающий, такой сливочный, от сливочного масла. Вот, хорошенечко это все надо сейчас протушить. Читаешь какие-то пока вопросы, потому что нам тушить это еще, видимо, более 7 минут надо будет, потому что морковочка пока явно не мягенькая. Какие еще масла можно использовать для жарки, кроме оливкового? Я люблю больше всего вот сливочное и люблю различные. Кокосовое можно, прям отлично будет. И люблю... На сале пожарить люблю, на топленом. Самое любимое топленое. У него одна из самых высоких точек дыма, так называем. То есть мы можем прям хорошенечко на такой высокой температуре, если хочется вот прямо жареного, вот на топленом масле будет отлично. Можно на масло авокадо, но я его, честно говоря, мне жалко на нем жарить. Это оно очень вкусное. Его хорошо добавлять в салаты. Вообще максимально высокая точка дыма у масел, которые так называемые рафинированные, очищенные. Вот, и соответственно, но они чаще всего богаты омега-6, то есть провоспалительными омега-3 кислотами. И очень важно соблюдать баланс, уравновешивать его в рационе продуктами, которые содержат омега-3. Вот, как-то так. Как раз вопрос, на рафинированном оливковом можно? Можно, на рафинированном оливковом жарить можно, именно на нем и нужно жарить. На экстра вержен у него как раз невысокая точка дыма, и здесь получается необходимо, еще поменьше температуру надо, видите, на морковке появляется корочка, это значит температура высоковата. Мы сейчас, нам надо именно такое тушить. Лук придаст, вот тушеный лук, блюду такую легкую, вот и морковочка, такой сладкий привкус паштета, это всегда, опять же, добавляет, то есть, знаете, такое, получается, как практически десертное блюдо, которое, тем не менее, относится к насыщенному такому жирному, больше к кето-рациону. Но я, ну, скажем так, добавление моркови и такого количества лука, это все-таки даже не кето, а лоу-карб хай-фэт или палео. Вот скорее палео это отнесем категории блюда. Вот будет палео рецепт. Нам очень важно... Эту вилочку возьму, хочу посмотреть на готовую морковь. Уже почти. Еще немножко. Я думаю, еще минуты 3. Можно будет так, снова надо нажать, и сделаем еще 3 минутки, и я начну добавлять печень. Печень очень важно в этой ситуации не перетушить. Она очень тоненько в этот раз нарезана, то есть мы, я думаю, мы буквально ее будем готовить минуты 2, и она схватится, тогда паштет будет не, вы знаете, как не резиновый, а вот прям очень-очень нежный. Запах прямо. Паштет идеально есть на завтрак. Ложка паштета идеальный перекус. Я не хотела сегодня сфоткать вам завтрак. Интересную подачу паштета. Хлеб же мы не едим. И, соответственно, лук, смотрите, начинает немножечко карамелизовываться. Когда лук вот так становится коричневым, это вот, в нем же очень много сахаристых таких веществ. И вообще луковый суп, может быть, вы знаете такое блюдо. Именно в него, на самом деле, вообще в луковый суп не добавляется сахара. А он сам по себе довольно-таки сладкий. А еще я когда-то готовила такое интересное блюдо и всем давала. Помнишь, мам, вы приезжали ко мне на Новый год?
попробовать, и никто не мог угадать, а что за варенье у меня. Я говорила, угадайте, что это за варенье. Так вот, я делала луковое варенье без грамма сахара. Действительно, из лук, ну, было что-то вот к сырам, кто на кето, да, использует сыры в своем рационе, прямо волшебный был рецепт лукового мармелада. По белонике, по-моему, я его готовила. Думаю, печень можно уже добавлять. Хочу эту печень купить, просто пожарить как стейки. По-моему, будет прямо... Да, ням-ням. Я думаю, уже можно немножко посолить. Кстати, соль в Испании... Не обращайте внимания на то количество, которое я добавляю. Она вообще, честно говоря, какая-то слабо соленая, да, мам? Угу. Вот. И на, думаю, минуты две. Можно перевернуть. Видите, она складывается. И вот так вот притушиваем. Жарить сейчас уже вот печень, чтобы она была именно схваченная, притушенная, но не жареная. Жарить нам здесь не надо. Вот если стейки жарить, я думаю, будет прямо, надо температуру сделать побольше. Сейчас мы распределим равномерно, чтобы она... Вот так, вот такая красота. Блюдо готовится очень быстро. Беру кровавые следы. Такие я купила на завтрашний смузи боул. Тоже очень красивое блюдо. Скоро, я думаю, можно перевернуть. Все практически. Ой, запах потрясающий. Он что-нибудь спрашивает, нет? Нет. Нет? Все завороженно смотрят. Пользуйтесь моментом. Отвечу на какие-нибудь вопросы. Разве на оливковом можно жарить? На рафинированном масле можно, да, вполне. Особенно, если мы не используем откровенно горячие температуры. Вполне можно припустить. Читала у вас, что это уже трансжиры. Все зависит от времени обработки. Мама! Так. Любишь подыхать, да? Что? Любишь подыхать? Люблю отдыхать, да, Катя. Вот. Катенька, я немножечко веду передачу кулинарную. Максим, забери Катю. Я эфир прямой веду. Мама, готовлю, а что на передаче? Да, да. Так. Мама, и еще мы немножечко... Поцеловать? Меня, конечно, можно поцеловать. Давай. Еще немножечко мы притушим. И сейчас мы добавим следующий ингредиент. Это кокосовые сливки. И еще немножечко потушим.
вкусно пахнет, мамочка. Еще бы. Буквально. Пожарить печень кролика с лучком и сметаной на противокандидном можно? В целом да, если у вас нет непереносимости молочных продуктов, вы не на лечебном протоколе Кати Янг, потому что молочные продукты я на своих протоколах в большинстве случаев ограничиваю на время. Вот. А так, в целом, если вы на противокандидном, да, можно. Теперь начинается волшебство. Все, я думаю, можно начинать превращать это все в паштет. Это чаша блендера. Мы сейчас сюда начнем отправлять нашу печень. Из какого материала сковорода? Вы знаете, она местная, поэтому, мне кажется, она что-то типа керамической, но, возможно, я не права. Даже такое ощущение, что получилось самодостаточное блюдо. Какие пропорции овощей к печени? Вот я человек не пропорций. Вот честное слово, я всегда делаю на глаз. Вообще лука, чеснока, если вы не на FODMAP рационе, я люблю побольше. Если вы стараетесь усмирить вашу микробиоту, в частности грибковую, то, конечно, нужно быть... Это все нам сейчас понадобится. Так, теперь самое главное не сделать так, за что мама сказала, мне нельзя в хирургическую профессию. Ой, господи, я же собиралась быть как мама офтальмохирургом. Слушай, вот все-таки, мама, я в тебя, глаз алмаз. Смотри, вот пропорции спрашивают, не считая. Вуаля, ровно на одну порцию. Так. Вот так мы закрутили. И теперь превращаем это все в паштет. Вот таким образом. Для гаджета небольшую паузу. Может, встряхну? Нет? Кстати, да. Встряхнем. И сделаем горяченький. Еще. Пап, мне нужна мужская сила. Иди сюда, мне не получается. Будь добр. Открой. Нет, еще.
Отлично. Сейчас мы немножечко перемешаем. О, какая красота. Мам, попробуй. Обалдеть. Очень вкусно. Прямо очень-очень вкусно. Так, и давайте окончательно его перемешалось. Красивущий-то какой. Так, я думаю, готово. Сейчас нам надо это переложить. Значит, из секретов я обещала вам. Можно добавить мускатный орех. А больше всего я люблю добавлять туда пару ложек ликера Куантро. Получается вообще такой прям французский ликер. Зачем я его в холодильник? Не зачем, мне надо контейнер. Где у нас контейнер, мам? Где-то был, да? Сейчас. Теплый положи... пластик, конечно, это не самое лучшее. Вот стеклян. Вот сюда. Да. Мы положим его вот сюда. Сейчас он консистенция такой вот жиденькой получается. Вот. Но из-за того, что там содержится сливочное масло, после того, как вы... Пап, не слово, Сереж. Нужна твоя помощь. После того, как вы его поместите в холодильник, он станет более... Более такой консистенции... Печень говяжья или свиная? Любую можно использовать на самом деле. Я из куриной, из индейки. Индейки немножечко, правда, печень, на мой взгляд, горчит при готовке. Кролика очень нежный паштет получается. Классно получился паштет, мне нравится. Для более длительного хранения, но он у нас, чувствую, долго храниться не будет, поэтому это я сейчас делать не буду. Топится сливочное масло и заливается сверху сливочным маслом. Получается такая, может быть, вы видели на паштетах, корочка такая сливочная, желтая. Получилось нам, думаю, как всегда, карасиночек. На несколько дней у нас будет завтрак с помощью печёночного паштета. Целая тарелка, ложка. Жалко, что мы сюда не достать. В общем, надеюсь, вы возьмете себе в арсенал это блюдо. Видите, готовится оно. Очень быстро, легко. Надо самое главное иметь продукты и хороший вкусно. Блендер. Вуаля. Все. Всем всего хорошего. Ой, это мамочка моя. Извините.
А, что вместо хлеба? Я начала говорить, подача интересная. Я разрезаю плов прям. И как на хлеб, туда наношу паштет. Слушайте, вкусно. Пошла я есть. Всем всего хорошего. Пока-пока.